промышленность, сельское хозяйство, строительство и торговля – основные отрасли экономики, которые будут формировать валовой внутренний продукт республики в 2016 году. При этом промышленность и сельское хозяйство обеспечат почти половину регионального ВВП, примерно по десятой части строительства и торговля. Согласно проекту бюджета МРИЭЛ, на следующий год в регионе прогнозируется замедление темпов роста экономики. Стоит отметить, что по прогнозам Минэкономразвития МРИЭЛ, 2016 год будет неплохим для строительной отрасли. В частности, в Вишкарале и Медведевском районе продолжится реализация проектов комплексной жилой застройки микрорайонов, включающих строительство жилья эконом-класса и жилых домов для бюджетников. Продолжится также переселение из аварийного жилищного фонда. Решение задач, сформулированных в майских указах президента Российской Федерации, будет осуществляться за счет повышения эффективности бюджетных расходов, отмечают в Минфине МРИЭЛ. Напомню, что основные параметры бюджета МРИЭЛ на будущий год были представлены в конце прошлой недели в ходе заседания правительства республики. Бюджет, напомню, будет дефицитным. Доходы консолидированного бюджета ожидаются на уровне 25 миллиардов рублей. Расходы – 25 миллиардов 400 миллионов рублей. То есть дефицит бюджета примерно 390 миллионов рублей. Проект республиканского бюджета разработан на оптимистическом прогнозе. 15 декабря его рассмотрят депутаты Государственного собрания республики.